Всем привет! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель от компании ICM, модель под номером 35667. Это у нас модель Т-917. Модель у нас на 35 масштабе. Посмотрим, что у нас внутри. Так, декали на новой бумаге, прекрасно все видно. Далее инструкция, покажу номера красок, которые нам предлагают для краски данной модели. Значит, инструкция в виде журнала. На первом развороте у нас наши литники, красным то, что не будет использовано в сборке. Каждый шаг у компании ICM. Мне очень нравится инструкция, что каждый шаг очень подробно описан, что, куда и как соединяется. Поэтому могу смело заявить, что данные модели они подойдут как для новичка, так и для опытного водителя, моделиста. Ну, раз на машину обзор делаем, тут у нас даны два варианта краски, это Палестина 18 и тоже Палестина 18 года. Разные подразделения, может, если это военная машина. Так, хочу сразу обратить внимание, что низ у нас дан одной деталью. Далее, это у нас, по этому понятно, боковые двери. Имитация сидений очень хорошая, сделана классно. Дальше на подножке рифления есть. Каких-либо дефектов на данном литнике не обнаружено. Дальше еще один литник, у нас большое количество мелких деталей. Колеса даны одним целым. Тут большое количество мелких, то есть все прилито, все четко. Литник прозрачным пластиком, он, сразу скажу, отличного качества, высокого качества, то есть, ну, так как модель у нас открыта, в принципе, через нее нечего будет смотреть, вот, но все равно хочу обратить внимание, что качество, конечно, пластика прозрачного у компании шикарное. Вот, на этом остановлюсь. Если вы собираете автомобиль в 35 масштабе, то эта модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.